Здравствуйте. 21 мая, 11 лунный день. Созвездие Ангарак, стихия огня с элементом пространства. День для отзывчивых и храбрых людей, воинов. Благоприятный для заключения контрактов, приобретения имущества, вложения, спонсорства, меценатства, земельной работы, в дорогу. Благоприятный для всех решительных и благородных дел. Неблагоприятный для сватовства, свадеб, медицинского воздействия, как операции и глубокалывания. День благоприятен для людей, родившихся год змеи, лошади, мыши, свиньи. Неблагоприятен годам обезьяны, курицы. Ребенок, родившийся в этот день, будет простым, добрым, отзывчивым в глубине души, будет обладать храбростью, стрижка волос к обострению органов чувств. В йогинском дацане сцхоро джадомба, часть сутры, устраняющие причины проблем. Начало в 9 часов утра. Этот месяц священный, великий будущий Кимуни родился, достиг просветления, ушел пора нирвану, поэтому в честь и уважение необходимо вести себя достойно, принять обеты бодхисаттвы, воздержаться от мяса, алкогольных напитков, половой распущенности и тому подобные слабости. Старайтесь контролировать тело, речь и ум. Больше проводите время размышлений, медитации на основе текста «Ламрим. Путеводитель жизни».